А, вот и змей внизу получает 20% урона. Здесь тоже должна быть подсказка. Подобранный из... Сука. Blizzard, спасибо. Ну, это лучше. Я уж думал, что можно будет в кои-то веки нормально стартануть. Нет, соединение разорвано, ваш игровой клиент будет отключен. Мамка твоя будет отключена. Нормально стартовать надо, блин. Каждый раз, блин, начиная с какой вообще игры, с любой онлайновой, с первого Вова, просто одно и то же говно, одно и то же. В третьей Диабле такая была. Да везде это было, в любом старте. Да, ребята, реально, маленькая инди-компания, просто... А, у меня еще перст не сохранился. Ага. Очень интересно. Кстати, сработало оповещение. Но может быть... А, может быть, кстати, мы не дали разрешение сетевого, и из-за этого она вылетела. Почему она не спросила перед запуском? А, меня выкинул, говорит ледокол. Одиннадцать минут в очереди. Ну, это да, это просто нет слов. То есть они каждый раз косячат со стартами, каждый раз. Каждый раз. Фолин подчеркивание Темпла А, поддержал у ваш всех канал вылетело, у на 100 всех. рублей и сообщает, что общего между жетом зимой, началом бета-тестом Близов и противниками Иллидана. Они все не готовы. Не готовы, Ледокол да. переподписан, Ледокол, 129 спасибо большое. месяцев.